Друзья, всем привет! Это Автосенсей Автоподбор. Сегодня завела нас судьба на авторынок «Зеленый угол». Подбираем машину для Сергея, смотрим. Итак, сегодня у нас на подборе Nissan Note E-Power. Вот, все очень плотно, машин очень много. Вот в этой куче, суматохе, нашли действительно достойный экспонат. Получается, 2018 год, пробег 123 тысячи километров. Аукцион 4 балла. Имеется у нас вот он круговой обзор. Хорошая магнитола. Давайте посмотрим в салоне его. Так, хорошая у него идет магнитола ниссановская. Мультируль. 4 балла. Чистый, опрятный, хороший, красивый автомобиль. Вот, в принципе, без каких-то косяков глобальных есть. Небольшая вмятина на пороге снизу, но как бы совсем не критичная. Сейчас я попробую ее зацепить. Вон она. Вот эта вмятинка. В целом все хорошо. Немножко погнули по цене. Цена 820 тысяч рублей. 20 тысяч скинули. Хорошо поторговались. Вот. В такой комплектации, с таким аукционом, цена замечательная. Вот, если что, звоните, пишите, съездим, посмотрим, потыкаем, подберем машину во Владивостоке, на Зеленом угле, да вообще в любой точке, без проблем.